Представляешь, говорит, моя история. Я говорю, как на твоя история. Сам пригласил. Ничего не знаю, пока-пока не виделись. Ой. Руководство сети наших магазинов обязало нас усилить меры безопасности. Поэтому с сегодняшнего дня с нами будет работать охранник. Знакомься, Василий. Надеюсь, вы сработаетесь. Ой, ну наконец-то будет с кем поговорить. Сереж, не в обиду. Он их иногда пихал, они катились впереди него, а он за ними бежит, бежит вот так вот, и хоп, деревья, хоп, перед собой. Объясняешь там, да, не делай там, это не по-мужски. А он, не знаю, не знаю, в смысле не по-мужски? Убью, убью, говорит, убью тебя, зарежу, порежу. Возьмите хорошую игрушку для вашего хомяка, я вам подаю. Вот, я бегу от него, бегу. Я иногда смотрю в небо и вижу рыбку. Почему ее не убить? Потому что все об этом мечтают. Вот так вот, рыбки. Я уверена, что вы тоже мечтали когда-то о рыбках. Помогите! Помогите! Что случилось? Я просто проверяла вас на бдительность. Ну, раз уж вы пришли. Е2, Е4. Шура? Да. Понимаю.